Напоминаем, что Масленица отмечается ровно 7 дней. Ровно 7 дней люди радуются, поют песни, возят хороводы, ходят за угощениями друг к другу. Вот и мы с вами сегодня должны как следует встретить широкую Масленицу. У каждого из масленичных дней свое особое название и свои традиции. Второй день – праздник молодежи и детей. Потешки, игры, шутки – главное веселиться. Ведь народная примета гласит, если человек на заигрыш грустит, то весь следующий год также пройдет в тоске. Чтобы этого не допустить, сразу в нескольких районах города заигрыш встречали театрализованными представлениями для школьников. Танцы, конкурсы и хорошее настроение по умолчанию. Вы будете убегать от меня, а я вас догонять. Кого достану платком, дотронусь, того с собой в снежное царство заберу. Договорились? Ну что, поехали. Вот я так, вас. Так, давайте, ребята, бегите. Ой-ой-ой-ой-ой. Скорее зимы, заморозим. Догонялки с зимой не просто способ согреться и повеселиться. Есть здесь и свой символизм. Ведь кульминация масленичных гуляний – сожжение чучела зимы. То есть прощание с холодами, а заодно и со всеми неприятностями, оставшимися с прошлого года. Неизменный атрибут заигрыша – яркие костюмы. На площади Пролетарского района школьников развлекали и мышь, и лиса, и снеговик, и даже дракон. Они же работники местного ДК. Всего же потанцевать и повеселиться на площадь пришли ребята из 4 саранских школ. Разумеется, все энергичные приседания и повороты по сценарию должны были задобрить зиму и отправить ее в освоясь, уступив место красавице весне. Так и случилось, заигрыш состоялся. Вернее, основная его часть – с песнями и плясками. Но есть и не менее важная традиция этого дня. Она и важная, и вкусная одновременно, ведь связана с блинами. Хозяйки встречали гостей обильным застольем, ну а блины были во главе стола. С этим и связана еще одна народная примета. Чем больше будет гостей и блюд на столе, тем больше удачи придет в дом хозяев. Ну а масленичная неделя продолжается. Впереди еще 5 веселых и сытных дней. Самые масштабные гуляния в Саранске запланированы в последний день Масленицы. Гостей будут ждать даже в городском зоопарке. Марина Василевская, Денис Ноздрюхин. Народные новости.